проехали Коринфийский пролив. Он там очень маленький. Вот это вот мы уже за ним, начинается море. Мы уже на материке, а на той стороне Пелопоннес. Все, тут уже идет очень промышленная зона. Вот эти все танкеры, это все стоят с нефтью. Дорога уже стала в три линии. Приближаемся уже типа начала Афин. Вот сейчас снова заплатим за дорогу. Вон там еще нефть, бензин. За дорогу в очередной раз. Когда Афин выводит 10 евро, вот будешь стоять в этой очереди, пока каждый достанет свою карточку или будет монеточки считать, вот там закрыто, вот столько этих работает тут трудоголиков очень больших. Вот будешь стоять в этой очереди. Есть, конечно же, и радар. Но радар тоже сработает, не сработает, это третий вопрос.